Последние события на атомной станции в Японии только укрепили стремление приезжать в Полесский радиационно-экологический заповедник. Здесь наша съемочная группа регулярно работает вот уже 7 лет. И тем не менее, каждый раз возникает чувство, что наши киноисследования здесь только начинаются. Создан Полесский заповедник в 1988 году в белорусском секторе 30-километровой зоны Чернобыльской атомной станции. Административный центр его размещен в городе Хойники, а научная часть — в выселенной деревне Бабчин. Это место мы сейчас и пересекаем. Приезжаем мы сюда всегда со смешанными чувствами. Во-первых, это боль. Боль за тех, кого чернобыльская авария-катастрофа погубила. Эту боль особенно чувствуешь в брошенных 25 лет назад деревнях и поселках. 25 лет — это и много, и мало. Целое поколение выросло за эти полвека, а чувство боли и горечи до сих пор не утихает. Присутствует здесь и страх. Хотя ощутить радиацию невозможно, но сознание подсказывает, сколько в каждом конкретном месте могут показывать дозиметрические приборы. Именно поэтому из-за повышенной радиационной опасности территория заповедника охраняется самым тщательным образом. Въезжают сюда специалисты только по пропускам, а любой посторонний человек присутствует в заповеднике обязательно под присмотром кого-либо из местных. Особые чувства к людям, которые работают в заповеднике. Это самые разные люди. Охрана и научные специалисты, пожарные и водители, лесники и дежурные на КПП. Но все они, кажется, работают так, словно здесь не заповедник, а линия фронта. На совесть работают. В заповеднике идет война за чистоту. Сражение за жизнь с самым неуловимым и самым опасным врагом – радиацией. Но присутствует здесь еще одно чувство, которое крепнет с каждой новой нашей встречей. Это чувство удивления и восторга от прикосновения к какой-то немыслимой красоте дикой природы. Бывая в самых разных заповедных местах Европы, вдруг понимаешь, боже мой, как же все-таки преобразилась природа этих мест. И произошло это всего лишь за 25 лет. А то, что стадо кабанов буквально бросается под колеса авто, это еще не показатель здешнего заповедного мира. Из кабины автомобиля самого интересного не усмотреть. Для этого нужно войти в этот мир. Войти, несмотря на страх и боль. ...485 поселков и деревень Беларусь потеряла после Чернобыля. Теперь каждая из них стала немым свидетелем того, какой может стать наша планета в недалеком будущем. Какой же? Удивительно, но без человека, а именно мы, похоже, являемся самыми уязвимыми, мир не перестает существовать. Более того, он, несмотря на радиацию, на глазах становится богаче, устойчивее, разнообразнее. После отселения людей сельскохозяйственные поля, луга, осушенные болота стали бурно зарастать травами, кустарниками, деревьями. Это не могло не сказаться на животных. Лоси, кабаны, косули, тетерева, а следом за ними волки и другие хищники резко увеличили свою численность. Вот, к примеру, бобры. Посмотрите, как они обработали березы. И все это на территории бывшей деревни. Полесье – болотная страна. Воды здесь было много всегда, и человек столетиями боролся здесь с природой, осушая все больше и больше земли. Но после катастрофы мелиоративные системы пришли в упадок. Это один из немногих работающих шлюзов. А на смену пришли бобровые плотины, норы и хатки. Бобры – строители знатные. Столярные инструменты резцы у них замечательные, около 4 сантиметров длиной. Свалить небольшую осинку для бобра – дело каких-нибудь 2 минут. А дерево толщиной в 10-12 сантиметров бобр доставляет из прибрежного леса в свое хозяйство за сутки.
Основная жизненная среда у бобра – вода. Вот и заболачивает он для себя все новые и новые территории. Правда, есть один зверь, который не дает бобрам спокойно заниматься своими строительными делами. Это волк. Волки обязательно проверяют все лесные водоемы, вернее, их берега. Это всегда места, где много шансов успешно поохотиться. И молодой бобр, хоть и редкая, но предсказуемая добыча в волчьем рационе. Бобр прекрасно приспособлен к обитанию в водной среде, но на суше он неуклюж и медлителен. И если бобр неосторожно удалился от спасительной воды, а рядом живут его враги, такой бобр обречен. Волков не зря называют санитарами, ведь, как правило, их жертвами становятся старые, больные и неопытные животные. С больными животными исчезает очаг заболевания. В условиях Полесского заповедника волки, похоже, стали еще и селекционерами животных, пострадавших от радиации. Удивительно, но численность волков здесь не стала расти бесконечно. За четверть века в Полесском заповеднике сформировалось 13 стай с общей численностью не более 100 особей. Вся территория оказалась поделена между этими стаями. И, в общем-то, сейчас можно говорить о своеобразной стабилизации местных группировок этого хищника. Вот так и получилось, что за 25 лет после аварии на ЧАЭС инженер, строитель, создатель новых болот, ручьев и даже озер бобр занял свое достойное место среди самых важных существ Полесского заповедника. Ведь тех, кто пользуется результатами его работ, немало. Ужи – самые многочисленные из наших змей. Понятно, что численность их высока там, где много лягушек. Ведь именно ими лакомятся эти змеи. Ужи предпочитают берега различных водоемов, низинные болота, луга, старые зарастающие вырубки, влажные леса. Водные преграды не помеха для ужей, плавают и ныряют они прекрасно. Неудивительно, что их так много в Полесском заповеднике. А вот самое что ни на есть необычная змея. Зовут ее медянка, спряталась в гнилой пень. Неудивительно, в таких местах она часто зимует, просыпаясь к концу апреля. Этот вид пресмыкающихся распространен широко, по всей Европе до Западной Сибири, но везде он очень редок, и численность его продолжает сокращаться. Поэтому медянка занесена в Красную книгу многих стран. В Полесском заповеднике она встречается регулярно, и этот факт тоже подчеркивает важность заповедника для сохранения биологического разнообразия Европы. А вот и еще один вид рептилий, связанный с водной средой – болотная черепаха в окружении симпатичных зеленых жаб. Наша встреча с черепахой здесь неудивительна. В зоне катастрофы она встречается регулярно. Благодаря трагедии, как ни парадоксально звучит это сочетание слов, в Полесском заповеднике образовался природный резерват для сохранения болотной черепахи – своеобразный черепаший чернобыльский рай. Этот вид занесен в Красную книгу Беларуси как исчезающий. Всюду она страдает от мелиорации, а здесь вместо осушения многие места заболачиваются. Черепахи не терпят урбанизации, они чувствительны к фактору беспокойства, но какое может быть беспокойство со стороны человека там, где его нет? Черепахи – современники динозавров, перенесли тысячи катастроф за свою историю, в том числе и чернобыльскую. Это не самое большое испытание в их длительной истории. Кстати, определение «чернобыльский рай» можно смело отнести к очень многим видам животных. В зоне они сегодня благоденствуют.
тонны ржавеющей сельскохозяйственной техники и трепетная оленуха. Мы продолжаем наше путешествие по Полесскому радиационно-экологическому заповеднику. 25 лет назад здесь старательно обрабатывались поля, дружно гудели комбайны и трактора. Правда, это был последний год, когда весенняя земля готовилась отблагодарить людей за их старания полновесным урожаем. Но весь урожай того безумного года достался животным. И с тех пор земля отдыхает. Навсегда остановились цеха по переработке зерна, хранилища для овощей, заводы по изготовлению питательных комбикормов. Здания еще стоят, но судьба у всех у них одинакова – со временем исчезнуть. А на бывших полях в зоне уже растут настоящие березовые леса. Белоствольная красавица является деревом-пионером. Она первая заселяет землю после катастроф. Вслед за березой на зарастающие деревьями и травами поля приходят те, кому в радость свежие ветки и сочная зеленая листва. А таких увлеченных любителей зелени в природе предостаточно. Зайцы, косули, кабаны, олени, лоси. Все они после событий, связанных с катастрофой, резко увеличили свою численность, причем их количество возросло в десятки раз, несмотря на то, что в отдельных местах из-за радиации зашкаливают стрелки дозиметров. Практически все животные, живущие в зоне оседла, то есть круглый год, так же, как и сама зона, ее растения, почва и воды радиоактивны. И тем не менее, диких животных здесь много, и их внешний вид не вызывает никаких подозрений. Косули, пожалуй, быстрее всех своих сородичей отреагировали на постчернобыльские изменения. Это общий принцип. Как правило, чем меньше животное, тем плодовитее оно, но к изменениям чувствительнее. Пока хищников было не слишком много, пока поля не заросли густыми кустарниками, косули благоденствовали. Но в последние годы их число в заповеднике несколько уменьшилось. Тут еще и влияние многоснежных холодных зим сказалось. Не любят глубокий снег эти самые маленькие наши косули. Тоже можно сказать и о кабанах. К весне 2010 года, например, погибли практически все подсвинки, не выдержали холодов и многоснежья. Но самые крепкие свиньи и сикачи, объединившись в дружные стада, пережили и такие испытания. И вот местная группировка кабанов начинает уже новый отчет в своих претензиях на первенство среди копытных зоны. Кабаны очень пластичны и в своем поведении, и в своем питании. Некоторых из них мы встречали прямо возле разрушенного реактора, и они не выглядели бедствующими. Тише. Посмотрите, как близко подпустил нас к себе этот лось. В зоне такое поведение дикого животного уже не вызывает удивления. Большинство зверей и птиц из тех, кто не покидает заповедник круглый год, привыкли к отсутствию людей в зоне и чувствуют себя все более и более уверенно. Конечно же, они остерегаются природных хищников, но похоже, что человек потихоньку исчезает из списка заклятых врагов у длинноногих лосей и крепышей кабанов. Два лосенка у мамы-лосихи. Хороший показатель для этого вида и норма для лосей Полесского заповедника. А всего здесь почти 2000 лосей. Благородных оленей здесь поменьше. Но похоже, что для этого вида лучшее время только начинается. Ближе к вечернему закату появляется шанс наблюдать за самым большим растительноядным животным Европы. Вот оно.
зубра сложно увидеть летней порой. На зарастающие ароматными травами луга гиганты нашей природы, если и выходят, то в глубоких сумерках. Уж очень осторожны эти звери летом. Но в зоне все чаще бывает так, что сумеречный зверь ведет активный образ жизни и при ярком дневном свете. Выходит, что ночные бдения многих зверей – реакция на мировую экспансию человека. И, наконец, лошади Пржевальского – вид, исчезающий с лица земли. В зоне отчуждения Украины в самом конце прошлого века ученые поселили 31 лошадь. 3,5 года назад они самовольно пересекли украинско-белорусскую границу, ступили на землю Полесского заповедника и неожиданно для себя и для всех остальных остались похожи навсегда. Появилось потомство, потом еще. Мы стоим совсем рядом с этим удивительным животным и думаем, что, возможно, мечты зоологов на этот раз сбудутся, и лошадь Пржевальского вернется в дикую природу. По зарастающим полям и лугам, рядом с редчайшими зубрами и лошадьми Пржевальского, под присмотром не самых обычных серых сорокопутов, активно мышкуют лисицы. Их в заповеднике с 1500. Еще совсем недавно мы, люди, на хищников смотрели как на злейших врагов и истребляли их без жалости. Потом разобрались и поняли, что хищники необходимы. Они и санитары, и селекционеры. Только все равно природы вокруг нас остается все меньше и меньше, а вместе с этим и хищников. Правда, здесь, в зоне, на территории Полесского радиационно-экологического заповедника, все по-другому. Человек отсюда ушел, а звери, птицы, растения остались. Да, похоже, этому зайцу-русаку просто жизненно необходимо быть начеку. Но самое интересное, так это то, что и тех, и других здесь в зоне много. Зайцы и лисицы, рыси и косули, волки и кабаны. Все они находят себе место под солнцем в мире, где радиация еще долгие годы будет диктовать свои, до странности и страшности непонятные законы. Гнездо садовой славки. А вот и сама хозяйка гнезда. Уселась и насиживает. А неподалеку от гнезда енотовидная собака. Зверь этот всеяден, ест и растительную пищу, и животную. Так что садовой славке стоит быть осторожней. Этих зверей человек переселил из лесов Дальнего Востока к нам в Беларусь 80 лет назад, в 1936 году. Теперь их тысячи. Зверек оказался на редкость плодовитым. Это единственный представитель из семейства собачьих, который впадает в зимнюю спячку. Несмотря на сухопутный образ жизни, енотовидная собака неплохо плавает. Такое умение помогает зверьку промышлять в поймах рек и озер, там, где разнообразие жизни максимально, а значит, всегда есть хороший шанс на успешную охоту. Спокойно стоящие среди густого ивняка лоси вдруг пришли в замешательство и бросились на утек. Зверь, который их испугал, крупнее, чем енотовидная собака. Но увидеть его совсем непросто. А пока смотрите, к скучающему юному сорокопуту подлетел еще один отпрыск этой семьи. Вдруг прямо на нас чуть ли не под самые ноги бросается спринтер-заяц. В такт его восхитительному бегу мчатся быстроногие косули. Кажется, они не бегут, они летят. И все потому, что здесь живут волки. И они здесь обычны. Умный и экологически пластичный зверь. Он даже в условиях беспощадной борьбы со стороны охотников находит себе место возле человека. Что говорить о зоне? До Чернобыльской катастрофы на территории современного Полесского заповедника обитало 7 волчьих семей.
В настоящее время зоологи учитывают здесь 13-15 волчьих стай общей численностью около 100 хищников. При таком количестве волки ежегодно уничтожают почти 1000 особей копытных животных, а лосей, косули, кабанов в зоне меньше не становится, наоборот. Полосатый уволень-барсук забавно семенит по заброшенной дороге. Он, как многие звери, перестал бояться света и на свой промысел в зоне выходит задолго до заката. Рысь – последняя из наших диких кошек. В зоне рысей с каждым годом становится все больше, и встречаются они уже не только в лесах. И, наконец, самый крупный из наших хищников – бурый медведь. Первые следы медведя в Полесском заповеднике отметили несколько лет назад. Это была первая подобная находка за последние 300 лет. Теперь уже ясно – медведь вернулся в эти места навсегда. Нет, совсем не так. Медведи будут здесь жить до тех пор, пока жизнь людей в зоне будет невозможна. А это значит, по крайней мере, не одну сотню лет. Для настоящего грибника пребывание в зоне – сущее наказание. Уносить грибы с собой категорически запрещено. По загрязненности радиации они на первом месте. Но ведь любоваться ими никто не запрещает. Сотни, тысячи грибов, в основном боровиков, крепких, ароматных, нечервивых. Это деревня Погонная, или, как ее еще называют, Чернобыльская Венеция. Большую часть бесснежного времени она проводит в воде. Расположенная среди полесских болот, осушенная некогда человеком и вновь погруженная последние четверть века в воду, заселенная несметным количеством зверья, заросшая травой и кустарниками, деревня Погонная символизирует настоящее и будущее всех населенных пунктов Полесского заповедника. Их судьба – раствориться в природе. Рано или поздно это произойдет. Это уже происходит, так как любое жилье без человека – часть дикого мира. И используется оно уже не нами, а теми, для кого выстроенные некогда людьми здания оказались удобными для их дикой жизни. Мимо утонувших домов важно проплывает вселенец из Северной Америки Андатра. На окраине деревни белоснежным сторожем на высоченном гнезде пьедестале восседает самка лебедя-шипуна, кладку насиживает. Это виды, которые не сильно страдают от человека и вне зоны, но здесь им спокойнее вдвойне. Обилие воды, кормов и укрытий идет на пользу многим животным Полесского заповедника. Поражают огромные стаи гусей, использующие заповедник для отдыха во время своих дальних сезонных перелетов. Тысячи и тысячи птиц летят над залитыми водой лугами, выбирая места для дневного отдыха. И когда таким местом оказывается бывший колхозный центр, невольно задумываешься о том, как быстро может поменяться буквально все в этой жизни. Гусей, как, впрочем, и все остальное зверье, в таких местах привлекает полное отсутствие охотников. И все-таки зайти в любой из этих домов нелегко. Как бы мы ни радовались за буйствующую природу, как бы ни удивлялись широким возможностям животных переносить радиацию и процветать в запрещенных для человека местах, любой брошенный дом – это печаль и боль. 25 лет назад здесь еще жили люди. А ведь этот дом мог быть домом каждого из нас. Дома чернобыльской деревни словно из фантастических рассказов недавнего прошлого, ставшего вдруг явью.
Потому кто эти дома заселяет, можно так их и называть. Дом дикой лошади, дом кабана, дом барсука, дом совы. Этот дом волчат. Правда, вместе с волчатами его делят и более мелкие жильцы. Самка прыткой ящерицы облюбовала старый стул. А в деревянной обшивке пола и подоконнике поселились муравьи. Они часто заселяют стволы умерших деревьев, устраивая свое жилье в разрушающейся древесине. Активность муравьев привлекает внимание ящерицы, которая тут же демонстрирует свою прыть. Не зря же у нее название такое – «прыткая». Удивительно, как быстро животные используют в своих целях то, что совсем недавно было для них под страшным запретом. Волчата в ожидании родителей предоставлены сами себе, и поэтому, естественно, их внимание сосредоточено на всех движущихся объектах. Лесная Соня устроила гнездо в старом пальто, небрежно оставленном на стуле. Зверек такого размера – любимое лакомство серых неясытей. Вот почему так пристален взгляд этого совиного малыша. И именно поэтому так стремительно и одновременно осторожна мама Соня. В доме по соседству устроили логово енотовидные собаки. В брошенных домах мы встречали их регулярно. Странные танцы, застигнутых врасплох зверьков, напоминали пляски колдунов-шаманов. Нам было понятно их стремление заселить человеческие постройки, чем не нора убежища. Но все-таки каждый раз, сталкиваясь нос в нос с очередными квартирантами, мы невольно вздрагивали. В полуразрушенной стене загнездилась горехвостка-чернушка, маленькая птичка с ярко-рыжим хвостом. Это ее птенцы уже готовы покинуть свое убежище. Вот такие соседи. И с каждым годом их будет все больше и больше. Только одного жильца не будет среди них. Сегодня это дом для горехвостки, для енота, волка, кабана, но не для человека. Когда же мы будем снова вместе? Не одно столетие пройдет, прежде чем станет возможным наше людское возвращение сюда. Птенец дрозда рябинника задремал на раме бывшего окна. Стекла в этом доме нет давно. И поэтому объединение внешнего и внутреннего мира бывших деревень здесь также происходит давно. Но молодой дрозд не желает близкого знакомства с волчонком и слетает прямо в комнату. Боже, как это интересно! Но может быть еще и опасно. Ну что тут скажешь? Конечно же, взгляды юного дрозда и юного волка на мир во многом различны, но кое-что их объединяет. В первую очередь, это необходимость жизни в зоне. Там, где уже четверть века властвует природа и радиация. Особенно хороши деревни Полесского заповедника в начале мая. Собственно, в это время все деревни хороши. Потому что именно в это время они буквально утопают в цвету. Цветут яблони и груши, сливы и вишни, цветет черемуха. На бывших клумбах и в палисадниках буйство цветов и насекомых. Кажется, что здесь ничто не изменилось за последние четверть века. Вот-вот прозвенит школьный звонок, и нетерпеливая детвора бросится на благоухающие в яблоневом цвету улицы. К сожалению, это только кажется. К
Куник Травник с крыши бывшей школы объявляет о том, что в настоящее время здесь все подчинено только природным законам. А вот воробьи продолжают жить так, как и десятки лет ранее. Серая неясыть с удовольствием заселяет чердаки и сараи. Тем более, что мышевидных грызунов с уходом человека здесь меньше не стало. На бывших электрических столбах любят сидеть хищные птицы. А филин взял себе за правило гнездиться в деревнях и охотиться на деревенских улицах. По крайней мере, здесь так поступает не менее половины этих редких птиц. Разогретый асфальт – излюбленное место отдыха рептилий и, в первую очередь, гадюк. Что не остается без внимания всех пернатых любителей змей, в том числе и осоеда. Правда, для осоеда гадюка добыча слишком крупная и слишком опасная. Похоже, что их охотничьи пути сегодня не пересекутся. Ёжик спешит туда, где змеи. А самка филина, насиживая кладку, остается неподвижной часами. К полуразрушенному сараю подошли лоси. Здесь же свежей зеленью лакомятся кабаны. При этом они с нескрываемым удивлением смотрят на человека, словно видят его в первый раз. Этакое диво. Каждую деревню обязательно наведает орлан-белохвост. Этот пернатый гигант основательно заселил Чернобыльскую зону, найдя здесь идеальные условия для своей жизни. Сейчас в Полесском заповеднике их около 10 пар, а на зимовке собирается рекордное для Европы количество птиц – 70. Правда, при этом из зоны исчез белый аист. Нет здесь людей. Нет и защиты от хищников белым аистом. И пробуют они по привычке гнездиться в этих деревнях, да только все меньше и меньше. Но это, пожалуй, единственный негативный пример, когда животному в зоне стало хуже. Остальные живут и благоденствуют. Нет, простите, еще одного забыли. Из тех, кто здесь больше не живет, человека. Четверть века без человека. А сколько таких лет впереди?